Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Crash, беги со всех ног. Так, что у нас тут? Упс, пробирочка еще одна готова, да? Получается, что... Ага, не хватает. Все, я понял. Так, друзья мои, ну что, пора нам, наверное, пойти на шайку Динго Дила. И начнем, наверное, мы с тобой. О, нитро-розовый слон. Или подожди, ну мы можем сюда сходить, это кто у нас такой? Морозный арахнид. Морозный краб. Хм, тоже морозный краб. Ну что, друзья мои, была не была, погнали. Пора устроить переполох. Как ты считаешь? Я думаю, ты со мной согласишься. Так что, боевой забег, затерянный город. А вот и мы. Так, выберем, наверное, вот это, да? Погнали. Ой, ёлки-ты-палки. Сори, ребята, что-то я подумал. Если честно, я подумал, что это какая-то ерунда, через которую надо перепрыгнуть или что-то в этом роде. Ага, а оказывается, это платформа ехала. Ну ладно, жми, чтобы бежать. Теперь-то я, по крайней мере, буду знать, что это такое. Вот таким вот образом надо делать это было. То есть они мне усложняют жизнь, так скажем, да? Пойду-ка я, наверное, наверх. Там, мне кажется, будет поспокойнее. Опа, подожди-ка. Нормуль. Так, это у нас... Ой, что же я сделал-то? Ребята, ну... Пропустил маску Аку, ты понимаешь? Вот зачем так надо было делать? Не понимаю, ребят. Так, ну что, тут надо запрыгивать. И главное, ребята, не упасть. Так, чекпоинт. Все это мы с тобой бомбим. Найс. О, морозный краб, он уже здесь. Ты посмотри-ка. Комочки, комочки, ребят, свои бросает. Так, где он там? Куда комок едет? Ага, вижу. Все, я это прекрасно вижу, ребята. Не понял, что это он остановился? Ни с того, ни с сего. Ого, какой большой комок, ты посмотри. По-моему, ему пора всыпать, как ты думаешь? Накося. Делов-то на копейку, да, друзья мои? Ну что же, морозный краб получил свое, и по заслугам, я тебе скажу. А мы получаем энергокамень. Ну что же, неплохо, да? Значит, одного мини-боссика мы с тобой ушатали. Единственная проблема, хватит ли у нас с тобой материалов. Так, открыто, это что такое у нас? Что это у нас открыто? Это вот это вот? Крэш, я как раз закончил работу над головой Тики. Тики? Так, почини голову Тики. Отдай таинственной голове Тики шаги и вам по фрукты. И взамен он даст тебе трофеи. Так, давай превратим шаги, которые я только что получила за забег. Ну, давай. Так, мы ремонтируем. И что же это нам дает? Перетащи шаги на голову Тики, только бы сработало. А, шаги. То есть вот что мы с тобой зарабатывали все это время. Получилось. Чем больше трофеев, тем выше в таблице окажется твоя команда. Оу. Вот оно что. Так, предположим, а что мне даст этот рейтинг? Интересно мне знать. Не, мне не жалко, конечно, я вот... Отдаю эти шаги, все равно я их заработаю. Так, давай еще разок. 63 кубка и 66 шагов. Я так понимаю, я могу и яблоки сюда, наверное. Ну да, ребята, могу и яблоки туда отдавать. Так, ну что, я думаю, пора нам, наверное, на следующего босса с тобой отправляться. И это будет... И это будет, наверное, морозный арахнид. Да. Хочу именно его наказать. Мы с тобой опять же в затерянном городе бегаем. И это у нас боевой забег. Подожди-ка, а что это впереди? Стена? Упс, а что я должен сделать? Эй! А! Так, а здесь, значит, кнопочки надо нажимать. Усек. Все, все, ребят, я понял. Так, подожди-ка.
Понять-то понял, да как бы не совсем. Нифига они тут усложнили мне задачку, ну-ка. Упс. Если я нажму. Ага, вот как. Слава богу, здесь можно оббежать. Было бы намного хуже, если бы нельзя было бы. Так. Ну ты сам видишь. Ой, а что это я, зачем я перепрыгнул, ребята? Чекпоинт, вот объясни мне. Морозный арахнит. Ого, он, смотри, он отправляет на меня паучков. В плане. Ты хорош, он и комки еще с... Эй, ребята. Хорош, я говорю, ну-ка. На-ка тебе. Ну, вроде бы как получилось у нас. Нифига себе, он комки бросал, да? И, ко всему прочему, он вызывал паучков. Но он за это поплатился. Так что давай смотреть, что у нас поджидает дальше. А дальше только сложнее, ты сам понимаешь, да? Так, а это что у нас еще такое открылось, а? Скажи-ка мне на милость. Ну-ка, это где у нас такое находится? Вклад в дело команды. Не знаю, ребята, вклад в дело команды. Так, а, вот он, этот агрегат. Нет, 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 это не то. Вот, значит, да? Да погоди ты. Мы с тобой что-то открыли новое. А что именно? Привет вам, земляные слизни. Нитросоксид явился на соревнование. Судьба этой планеты в ваших мохнатых лапках. Ну, мы допустим, что это в наших мохнатых лапках. Что-то я не пойму, ребят, что-то открыл. Ладно. Мы с тобой пойдем-ка дальше, наверное, да? Сможем мы... Вполне, вполне, друзья мои, мы сможем с вами завалить этого розового слона. Возможно, даже босса этого сможем забомбить сегодня. Самого главного, я имею в виду. Так, вперед. Будем играть крэшем. Коко пока подождет. Найс. Угу. Так, тихо, тихо, тихо. Все это с тобой бомбим. Опа. Да господи. Так, а здесь-то что? В чем прикол? Понятно. Бомбим. Так, а здесь у нас с тобой... Зачем я так сделал? Скажи мне на милость. Так, а чтобы... А, все, мы просто на пробел нажимаем. Тихо. Вот он, нитророзовый слон. Я тебе сейчас потанцую. Танцор, ты мне тоже тут наш хламон. В плане. Эй-эй-эй-эй-эй. Завязываем с такими шутками-то. Ты смотри, что делает, а? Ну. Так-так-так-так-так-так-так, тихо, сюда. Вот он. Ребята, вот он, слон. И... получи, блин. Попали, попали, попали мы по нему. Пускай катится, да, к ядрене фени. Ну что же, ну как мы, ребята, могли понять, мы победили этого мини-боссика. И переходим, слушай, а к последнему боссу, наверное, мы, точнее, к мини-боссу вряд ли попадем, знаешь почему? Да что же это такое-то, что же мы открываем-то все с тобой? Открываем, а где оно появляется, я не пойму. Слушай, а чтобы победить Динго этого, нам нужно вот этого хламона. А-а-а, у нас хватает. Ну тогда нам не хватит, скорее всего, на главного босса элементов. Придется крафтить. И быстро ты их не скрафтишь. Понимаешь, в чем дело? Так, ладно, вперед. И с песней. Так. Подбили, все отлично, все хорошо. Вот тут ломаем. Так, он поднимется, надеюсь.
Это все ломаем, собираем. Так, маска, маска мне нужна. Она стала золотой. То есть, когда мы вот так, ребята, надеваем эту маску, мы просто-напросто становимся неуязвимкой. Секешь? Да-да, именно неуязвимкой. И это у нас чекпоинт. Так, перепрыгиваем. Так, морозный краб, он собирается так же, как и слон, что ли, себя вести или нет? Так, секунду, секунду, секунду. Уходим. Воу-воу-воу-воу. Эти комки еще замораживаются, прикинь. В неудобном для нас месте. Ну, сейчас ты допрыгаешься. А, сейчас ты допрыгаешься. Так, друзья мои, я готовлюсь. Есть. Ну что, мы с тобой победили этого босса. Мини-босса, точнее. А теперь надо идти к Динго. Энергокабель. Ну, естественно, чтобы пойти к боссу, у нас потребуются какие-то определенные элементы. Видимо... Сейчас посмотрим, что нам потребуется. Так, далее откроются. Новый уровень, друзья мои, 4-й. Вау. Продолжить. Так, ну давай посмотрим, что нам нужно. Угу, не хватает вот такой вот, ребята, бутылки. То есть вот это, да? Чего не хватает-то, я не могу понять. Так, еще раз. Угу. Нам с тобой не хватает, в общем, коры. Ну, получается только коры. Ага, и грибов. Ну что же, ребята, надо нам сходить с вами и заработать. Заработать именно коры. Так, испытание. Забег за камнями. Так, забег за камнями, вперед, ну что, пробежимся, давай. Ребята, я что-то не помню, чтобы у нас были какие-то забеги. Интересно, я, конечно, не против, давай, побежали. Оу, добеги до конца. Я попытаюсь. Ой. Слушай, я не знал, если честно. Что? Я думал, мы с тобой запрыгнем. А на самом деле получилось, что я врезался. Интересно. Ладно. Выберем тогда немножко другой путь. Эй! Так. Это жестко. Так, тихо. Камни, значит, можно бомбить, да, я так понимаю, ребят? Изи. Так, а вот масочка мне пригодится. Куда ж ты? Ага, открылись ворота. Так, 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 секунду. Выпрыгиваем. Так, тут взрывчатка. В плане. Тапки, тапки только. Конечно, продолжить. Бросаем. Так, секундочку. Здесь сбрасываем. Так, что у нас там, гриб? Пойдем здесь. Успели. Главное, друзья мои, успеть. Так, секунду, секунду, секунду. Бросаем. Найс. Так, тут перепрыгивать, наверное, да? Ю-ху! Шикарно. Так, бросаем. Срочно, срочно бросай. В плане, а как я там должен был? Ну, слава богу, ребята, у меня был Аку. Поэтому мы с тобой красный камень испытания получили.
Фу. Прошел. И это самое главное. Так, а какое там у нас еще испытание будет с тобой? Итоги. Забираем 175 яблок. Всего лишь-то? Что-то как-то мало. Так, а нам нужно с тобой что? Куда я нажал? А, ну да, сбор. Ребята, нам нужно с вами собирать кору, насколько помню. И все остальное прочее. Так, вперед, конечно же, вперед. Нечего тут, как говорится, рассусоливать. Замечательно. Так, сюда. Маска Аку пригодится. Так, я пойду сбор делать. Мне именно нужны ингредиенты, ребята. Так, это у нас чекпоинт. Сюда. Так, тихо, кнопка. Ха-ха. Нормуль. Ой. Обманочку решили сделать. Ага, как-нибудь не так. Продолжаем с вами сбор. Сбор, так сказать, ресурсов. Почему? Почему не сработало? Эй. Слава богу, Аку со мной, так что все хорошо. Так, мы с тобой 7, да, уже собрали. Мало этого, конечно. Что такое 7? Это фигня. Надо еще делать забег. Итак, ребята, это будет до бесконечности, если честно. Пока мы сами не отменим. Разбиваем. Так, здесь у нас наверх, да? Прыгать. Подожди, я не понял. А куда маска Аку делась? Когда это я успел, извините меня, врезаться или что-то такое сделать? Отчего она у меня истратилась? Так, бег. По-моему, ускоряется, если я не ошибаюсь. Так, чекпоинт. Контрольная точка, естественно. Давай еще забег сделаем с тобой. Лишним уж точно не будет. Тихо, 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 конечно же, наверх. Сейчас бы провалился просто-напросто. Вот и все. Так, яблочки, яблочки, яблочки. Бомбим. То же самое. Так, здесь пробиваем. С подкатиком. Ой, елки-то палки. Не заметил, друзья мои, не заметил. Так, наверх пойдем, да? Наверх. Так, маска Аку. Золотая. Ну что, теперь мы будем, наверное, возвращаться. Вот как раз телепорт. Очень интересно. Нажимаешь на кнопку раскрутки, он не делает. Почему? Пока не знаю, ребята. Но ингредиенты мы с тобой не насобирали, которые мне нужны. Так, секундочку. Чтобы сделать нам с тобой вот этот... Погоди-ка, не тот элемент. Извиняюсь, нам нужен вот здесь. Ну, покажи ты, господи, что-то... Блин, а мне нужна кора, ребята. Мне нужна кора и грибы. А не то, что он мне тут подсовывает. Кора и грибы. Вот, вот здесь мне, конечно же, нужно, ребята. А я что-то выбрал не то, малька. Поэтому все, сейчас мы с тобой будем собирать. Ну, я думаю, 10 того будет нам с тобой более чем достаточно, да? Вперед. Музыка прикольная. Так. Да-да-да, короче, я сам. Он видел, что показал, типа, ху, повезло, типа. Все будет у нас под контролем с тобой. Мы с тобой тертые калачи, так что переживать нам не стоит. Давай-ка я пойду по низу. Там вижу кору. Слушай, а где эти-то у нас? Мне помимо коры еще нужны. Подожди, странно.
Как-то эта вертушка работает странным образом. Нажимаешь, она нифига не фурычит, ребят. Мне нужна маска. Ну-ка. Может, заранее надо нажимать просто, а? Так, куда нам идти? Давай сюда. Мы собираем ресурсы, да? Да, поэтому нам нужны ресурсики. Так, тихо. Опа, наверх. Наверху обычно маска должна лежать. Но я пока... А, вот она. Есть. Аку вернулся ко мне. Здесь бомбим. Пока все удачно. Так, там еще один гриб, да, у нас лежит. Наверх. Давай наверх. Изи. Йо-хоу. Так, тихо-тихо-тихо, опа. Так, вот здесь вот ломаем. Здесь я обойду, наверное. Так, чекпоинт. Сколько мы с тобой насобирали? Я не вижу, ребята, ресурсы, поэтому надо, наверное, еще делать заходочку одну. Лишним точно не будет, поверь мне. Дай-ка я так вот прыгну. Нормуль. Так, у нас чекпоинт очередной. Ну что, еще заходочку, наверное, да? Последнюю сделаем с тобой. Потому что там еще нужно будет поставить на крафт. Подождать, пока она скрафтится. Ну, там уже, наверное, будем с тобой все-таки гемы тратить, чтобы быстрее закончить. Так, в данный момент у нас 8 грибов, 15 коры. Ну, этого должно хватить для крафта. Так. Сюда теперь. О, тут даже двойной нормуль. Прекрасно. И здесь двойной. В плане аку, почему он не сделал вертушку, ребят? Я вот этого не понимаю. Если мы с тобой прогорим, у нас все эти ресурсы, которые мы с тобой насобирали, исчезнут. Поэтому не в наших интересах здесь фейлиться. Ну и плюс не забывай, что мы с тобой зарабатываем шаги. Так, бежим сюда, значит. Шаги, яблоки, все дела. Смотри, я опять жму на вертушку, ребята. Не пойму, как она работает. То подклинивает, то работает нормально. Фиг его знает. Так, ну что, возвращаемся на базу. Делаем с тобой вот эту самую бомбочку, которую нам нужно, большую. И пойдем уже на босса. Можно это все удвоить. А я удвою. Ну вот, совсем другое дело, забираем. Так, значит, делаем. Тихо-тихо, вот это вот. Сюда. О, ускорить. Забираем. Ну что, посмотрим, хватает нам на босса. Ха. Ох, Динго. Ох, сейчас тебе, парень, не поздоровится. Давай, Крэш. Вперед. Будем отжигать с тобой. Пойдем поверху. Опа, а что это такое? Проверим. Что я получил? Непонятно, что я получил, ребят. Золотую маску я вижу. Так, в чем прикол? Вижу впереди мина. Так, еще масочка. Это неуязвимка. Так, запрыгивать надо. Подожди-ка, подожди-ка, а где? Вижу. Фруктик наш. Запускаем. Наверное, зря я сюда его закинул. А вот здесь бомбанем. Все четко. Погоди, 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 погоди. А где? А, тут можно пройти. Я уже запереживал, думал, а где же у нас это? Ягода малинка, ё-моё, контрольная точка. Ага. Нитро-динго
Дил. Нитро Динго Дил, понимаешь? Ох ты! А он не шутит, ребята. Так, подожди-ка, надо попасть по нему. Смотри-ка, он тоже парень, не промах. А-а-а, мои ягодки, друзья мои, сгорают. Вот оно что. Вот гаденыш, а, даже не дал, ребята, мне забрать, подобрать ягоду. Ну, этот бусик, посмотри, что делает, а. Вот же он хорек. Ягоду отдайте мне. Успел. Так, где он там? Погнали. Е. Попал я по нему. Так, смотреть надо, где он, ребят, по какой именно дорожке ползает. Запустим. Попал, да? Отлично. Так, сейчас он на крайней. По центральной? Да, зря я ягоду пуляю, потому что, ну, он, естественно, ее сжигает. Ты сейчас дорадуешься, а? Сейчас ты у меня допрыгаешься, кузнечик. Попробуем здесь запустить. Есть, попал. Ровно половину здоровья я у него отнял. Продолжаем, ребят, продолжаем. Есть контакт. Такой серьезный... Тихо! Серьезный свин. Или кто он? Похож на свина. Сжег, да, все-таки ягоду мне. Где ягодки? Вон она. Норм, пуляем. Попал. Так, еще два выстрела ему сделать. И все, ребят. Ему крышка. Последний снарядик. Это у меня еще хорошо аку золотой. То есть это две попытки сфейлиться можно. Подбил. На-ка. А, ё-моё. Чё не так-то? Чё не так-то? Ага, ага. Всё. Пока, Маруся. Да, крыш. Опять сходит с ума по-своему. Вот его штырит. Так, энергокамень, друзья мои, конечно. Ну, этот босс, да, если сравнить с первым, то, конечно, посложнее. Сложность заключалась в том, что когда я бросаю ягоду, если он по этой полоске бросает огонь, то она сгорает. Ух ты! А что вот это такое? Не знаю, ребята. Это ящики, это у нас то ли костюм новый, то ли маска, фиг ее знает. Увидим. А, лже-крэш. Ура, сейчас узнаете, кто тут настоящий лже-крэш. Одолеть приспешников. Так, открытое испытание. Думаешь, что справишься со всем? Попробуй самое сложное испытание. За испытание с высокой сложностью можно получить фиолетовые кристаллы, реликвии и многое другое. Слушай, а для чего мы с тобой кристаллы получили, вот эти красные? Тогда тебе в черепаший лес. Если я ищу испытание... Я ведь уже говорила, что испытания суперсложные. Это стоит повторить. Испытание. Ну, давай посмотрим. В общем, дерзай прямо сейчас. Забег на время. Так, беги скорее, как получишь реликвии испытания на время. Ну, давай посмотрим. Посмотрим, что это. Беги скорее. Как я буду бежать скорее? Он как бежит, так и бежит, ребята. От меня здесь мало чего зависит. Или тут где-то время будет дополнительное. Я не знаю, ребят. Ой, тут же надо было правильно вот так вот. Это что такое? Ага, понял. Трындец. Конечно, вперед. Будем переигрывать, ребят. Ну, ты понимаешь, с первого раза, конечно, не получится, потому что мне нужно было... Как тебе объяснить-то? Посмотреть, что это за задание такое. Теперь я, в принципе, понимаю, чего мне здесь ожидать и как с этим бороться. Так. О-о-о. Блин, ну я же бросил ягоду. Ну тут, конечно, надо, ребята, как вам сказать-то,
предугадывать или знать маршрут, я даже, честно сказать, пока затрудняюсь тебе ответить. Но, как видишь, не все легко. Так, здесь можно просто пройти. Здесь даже можно не тратить ничего, да? Вот здесь надо будет стрелять. Так. Наверх. Оу. Слушай, а как тут-то? Ты извини меня, но... Тут вообще, вообще нет шанса какого-то получить там мостик или еще что-нибудь. Странно. Ладно, попробуем. Тут, правда, уже не первый блин комом. Тут фиг знает какой блин комом у нас получается. А что за... Эй! Что за... Что за фризы? Что за лаги, ребят? Ты посмотри, посмотри, как залагала игра, ребят. Так, ну мне помогло только, ребята, перезайти в игру. Все. Она как зависла и ничего я не смог сделать. Так, ну что, давай тогда будем с тобой... Ого, давай жахнем. Нет, жахать мы ничего не будем. А лучше мы с тобой, знаешь что, пойдем... Ох ты. А что нам нужно, например, здесь? Ага. Уже все по-взрослому, да? Морозные пробирки, я смотрю, тут нужны. Так, ладно, допустим, я сделаю вот так. А вот это вот зачем я сделал, я не знаю, ребят, для чего нам вообще нам нужно. А здесь не хватает, да? А что нужно вот для этой, ребят, пробирки? Непонятно мне пока. Так, в общем, пока у нас тут с тобой занимается все крафтом. Вообще ни на что не хватает, да? Нужна такая вот маленькая зеленая. Можно ускорить, в принципе, и забрать. Так, ну что, пойдем-ка мы с тобой вот на кого? Вот на этого, на морозного краба. Хочу ему немножко нервишки пощекотать. Все-таки непонятно, для чего мы с тобой собираем кристаллы. Красный-то у меня есть. А вот для чего нам нужно синий и так далее. Так, сейчас проверим, черепаху я эту могу толкнуть или нет. Могу. Но только вот это вот срабатывание, именно раскрутки, меня просто убивает. Будем честны. Так. Тут еще нужна очень шустрая, ребят, реакция. Очень шустрая реакция. На все очень быстро реагировать. Контрольная точка. Понятно. Ну куда ты ползешь, черепаха? Тортила. Так, еще одна, да? Катись колбаской. О-о-о-о-о, подожди, подожди. Фига тут они приколы мочат. Так, тут перепрыгиваем с подкатиком. А здесь просто пробегаем. И тут можно либо перепрыгнуть, либо вот так подкатиком. Бомби. Так, где босс? Должен появиться, в принципе. Маска. Забираем. Чекпоинт. Сохранение, да? Замечательно. Так, черепаха. Катись. Ой, зачем же? Да-да-да, правильно, надо было вот так вот. Все пока хорошо. Аку. Золотая маска, это круто. А вот и морозный краб. Да-да-да-да. Так, надо с ним разобраться. Так, тут ящики у нас с тобой. Тут некоторые можно перепрыгивать. Ого-го. Двойной ящик же не перепрыгивает у нас, да? А я рискнул на свою голову. Смотри, что творит. Так, ну что, он попался, в принципе, ребят.
Давай. Почти, ребята. Почти идеально мы его подбили. Нормуль. Энергокамень. Что может быть лучше? Так, одного бусика мы подбили. Лже-крэнк. Крэнк. Крэш, ё-моё, крэнк. Так, смотри-ка, открыто новое что-то. Угу. Так, я могу улучшить. Так, улучшил лабораторию Мороз. Да, хочу улучшить. Теперь я смогу делать, наверное. Да, ледяные вот эти бомбы. Морозные. 6 минут, 6 минут. Ну, время пока есть. Для следующего босса что мне нужно? Давай глянем. Так, две пробирки. Тут что? Тут две такие. Тут три морозные пробирки. Три морозные пробирки. Пока у нас тут на крафте все. Здесь сейчас закончится. Но мне-то нужно не нитро, а морозное именно. Что тогда нам сделать? Блин, надо шаги, наверное, здесь. О, можно вот так вот прям сделать, ребят. 25 кубков. Вот так вот с лету просто. Фух. А нам яблоки точно не для чего не... Ох ты, смотри-ка. Почини северный курятник. Награда за улучшение снежное яйцо. Так, ребята, эти ингредиенты нам нужно с тобой идти и фармить. Естественно, здесь. Естественно, здесь. Вот они, вот тут они находятся. Вперед. Значит, там где-то, ну, пяток того и пяток того, да? Давай, Крэш. Крэш, а я его Крэнк. Да. Что я делаю-то? Хорош. Не надо баловать, Рэй. Веди себя прилично. Норма. Так, мне главное сейчас, ребята, пойти по тому пути, где у нас будет именно сбор вот этих вот ракет. Ну, робототехники, одним словом, скажем так. За ресурсами. Ну, в принципе, и ресурсы нужны. Но я думаю, что обойдемся без нитро. Так, тихо-тихо, что ты делаешь-то? Сюда-сюда. Окей. Нет, мы с тобой пойдем вот по этому пути. Домой мы всегда успеем вернуться. Как бы нам сейчас не к спеху. Мне кажется, яблоки, ребята, надо сдавать тоже. Потому что их обменять не на что. Вот, вот здесь вот мы с тобой будем фармить все эти элементы робототехники. Так, замечательно. Здесь разбиваем. Так же, как и здесь. Норма. Так, сюда. Ага. Здесь прибиваем. С подкатиком. Тоже с подкатиком. И что у нас там? Нет, нет, мне нужно еще дальше, ребята, здесь собирать ингредиенты. Потому что, ну, я не собирал. Вот, 5 только насобирал этих. 7 этих насобирал, да? Лампочек там, скажем. Во, видишь как, смотри. Опа. Опа. Как сайгак. Все делаю по Шурику. Ну вот, после этого забега можно уже, в принципе, возвращаться и на базу. Потому что у нас с тобой хватает ингредиентов. Правда, мне кажется, что когда мы с тобой будем улучшать, для этого понадобится тоже определенное количество времени. Как ты думаешь? Мне кажется, да. Все, заворачиваем, короче, домой. На дорожку, так сказать, да? Ну вот мы и прибыли. Давай посмотрим. Что это вообще за... Так, шаги. Забрать. Курятник, да, значит? Ремонтировать. И... Снежное яйцо. Хм.
Для чего-то оно нужно, ребята. 100% тебе говорю. А есть еще что-нибудь, что мы можем починить? Не? По-моему, нет пока. Так, уже скоро. Так, а здесь, по-моему, да, мы с тобой можем забрать. Нет, это нитробомба. Блин, а у меня, наверное, и не хватит. Или хватит? Подожди, зачем ты опять сюда-то зашел? Мне... Блин, сколько тут? Минута и минута, да? Ну, минуту я еще потерплю. Давай, наверное, вот так сделаем. И вот так вот. Пускай делается, пускай клепается, ребят. Три ледяные пробирки. Тут нужна ледяная бомба. А ледяная бомба, в принципе, у нас с тобой делается. И надо будет еще потом одну заказать. Надо будет еще одну заказать. Вклад команды. Кокос. Уже скоро. То есть тут еще, ребята, даже не все у нас открыто, так скажем, да? А что нам хватает здесь? Получить трофеи. 70. Ага. Так я могу сейчас, ребята, сделать, знаешь как? Трофей, это же... Я правильно понимаю? Это вот они? Ну-ка. Десяточка. Ну... По одному трофею это, конечно, чересчур. Забрать. Забрать. И здесь тоже готово, да? На ледяную, наверное, не хватит. Что там не хватает? А-а-а, тут нужно ледяное яйцо. Ой, тут и яблоки нужны. Так, а ледяное яйцо, сколько оно будет делаться у нас? 17 минут. Так, нам надо будет вот это все. Это, наверное, ребята, я займусь уже за кадром. Фармить вот это вот все, вот эти вот элементы. Бегать за ними. Тут 40 нужно, ё-моё. Ну да, забег за забегом. Ну что, друзья мои, а на этой ноте, пожалуй, мы закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!